Всем привет, с вами Кокстейм Мити, и перед началом видеоролика хочу вам посоветовать топового челика, да, Дэнк МКПЕ. Советую всем подписаться, поставить лайки, он даже поздравлял меня с днем рождения. Передавайте ему привет от меня, и переходим к видеоролику. Она тебя любит. Всем привет, с вами как всегда Миди, и всем привет, да, опять же. И, короче, это набор на съемки, да, как вы уже, скорее всего, заметили по названию, по превьюшке. И, короче, я сейчас очень нуждаюсь в актерах, из-за того, что начались школьные дни, ну, в Москве, точнее, ну, в России, там, везде. И у меня каникул, можно сказать. И мне нужны срочно актеры, потому что, ну, блин, невозможно снимать для вас годный контент без актеров. И, короче, надеюсь, вы все поняли, да. Короче, если что, анкеты надо составлять в чате анкеты в моей группе Дискорде. Название группы будет, ну, ссылка на группу будет в описании. Надеюсь, вы мне вступите. И, короче, расскажу я вам сейчас, что вам надо для того, чтобы сниматься. Нулевое. Укажите ваш пол. Первое. От 10 лет, да, потому что у нас бывают такие случаи, что человеку, например, там 5, ну, такое, конечно, не может быть, ну, примерно там 8-9 лет, и он жестко тупит, да. И, да, вот такое вот. Из-за этого мы принимаем от 10 лет. Но если вам нету 10 лет, не расстраивайтесь. Можете все равно подать заявку. Я проверю вас на адекватность, на все. И если вы подходите, то я вас, конечно же, приму. И второе. Адекватность. Да, по шкале от 1 до 10. Да. Третье. Ваша внимательность. Внимательность нужна для того, чтобы, ну, импровизировать. И все такое. Четвертое. Назовите, сколько выделено памяти для Майнкрафта и сколько можно выделить у вас памяти. 4, 6, 8, 16 гигабайт. Да, это обязательно, потому что если у вас меньше, то вы не сможете вообще сниматься. Пятое. Есть ли микрофон? Да, нет. Любой, на телефоне, наушниках и так далее. Главное, чтобы не было всяких шумов по типу шипения, всего этого. Это обязательно. Ну, так-то, если у вас не будет микро, не расстраивайтесь, будете без микро. Но вам надо будет хорошо писать. Шестое. Сколько времени вы можете быть на съемках? Со скольки до скольки по МСК? Да, МСК это Москва. Седьмое. Где вы живете? Насколько больше... Окей, меньше часов от МСК. Восьмое. Готовы ли вы к тому, что на вас будут кричать, мягко говоря, из-за оплошности? Это может быть из-за того, что если, например, идет какой-то кадр там эпичный такой, уже все клево, да, и немножечко секунд до конца осталось, и резко челик просто берет и жестко тупит. Да, из-за этого я могу немножечко на вас накричать, конечно, не настолько злой, но иногда бывает, да, и не обижайтесь еще, если я на вас буду кричать, мягко сказать так, да. И девятое, последнее правило, прочитали, правила актеров, да. Короче, в Discord серваки, ссылочка на которую будет в описании. Короче, там будет чатик правила, да, там обязательно, пожалуйста, обязательно все прочитайте. И не нарушайте их, пожалуйста, и я просто не хочу всех банить, там вот это все, это не мое. Так что, ну, надеюсь, вы меня послушаете. И ладно, если вам понравился видеоролик, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Как Сюда и Медзи, ссылочка на Дискорд будет в описании, и всем пока!